Наверное, пошлем туда охоту. Нет, отец Матиас сам пошел. Велел нам не вмешиваться. Да? Почему? Не знаю. Может, опять девчонки для обряда? Да, вечером все узнаем. Там была настоящая бойня. Владимир команд, чего ты ждал? Он любит убивать. Отец Матиас что на это говорит? Ни полслова. Эти парни уже давно с ним. Он им доверяет. Значит, им можно нарушать закон? Они сами закон. Просто повинуйся и не возникай. Пойду посмотрю, что там внизу. июля 1982 года. Прошло уже несколько дней, как разбился самолет. Мы во второй раз попытались выбраться отсюда на лодке, и опять неудача. Почему-то я знал, что так и будет. Как и тогда, поначалу спокойное море внезапно заволновалось. Стоило нам выйти на открытую воду, сразу поднялся штормовой ветер, а с ним пришла чудовищная волна. Нашу спасательную шлюпку, как игрушечную, силой вышвырнуло на берег. У нас еще два трупа. И один тяжелораненый. Ему уже не помочь. Остальные почти впали в отчаяние, и все ждут от меня какого-то решения. Да, у меня есть план, но их он не включает. Слабые и глупые. Они здесь будут только обузой. Конечно же, я предложил им еще раз рискнуть и уйти отсюда на лодке. Но в этот раз точно без меня. Это самоубийство. Теперь мне это предельно ясно.
где-то рядом. Ищите! Хватит! Что это? Тихо! Тихо! Вы двое, проверьте там! Понял. Когда на эту скалу выбросило, так кроме дождя ветра мы ничего много дней не видали там. Мы натурально даже шевельнуться не могли. Не то, что там шалаш построить или еду добыть. Нас кого-то силой какой в землю впечатало. Потом уже, когда буря стихла, отец Матиас пришел. Ну, спокойный такой, ласковый. Вроде бы он уже все про нас знал, там имена, там откуда мы, чё. Главное, на нашем языке разговаривал. Ну, рассказал все об этом острове, в конце выбор предложил, говорит, короче, пацаны, или спасение, или смерть. Ну, кое-кто отказался там, а он вообще долго не думал, он взял и убил их тут же. Отец Матиас, он вообще решительный, ну, спокойный такой. Я никогда не видал, чтобы он понты дешевые кидал. Ну, вот я когда стоял на песке, а он такой в крови весь пропитался, в общем, я тогда решил, пойду за ним до конца. Thank you.
Шелковый веер 19 века. Такие были и у крестьян, и у знати. Это Гунбай. С его помощью самураи отдавали приказы на поле боя. Довольно прочный, наверное, из мореного кипариса.
Бог здесь ни при чем, Лара. Я тоже рад тебя видеть. Боже, как досталось твоей ноге. Да нет, это только на вид страшно. Ты что-нибудь знаешь об остальных? Ничего. Постой, что ты делаешь? Волки утащили рюкзак с едой. Передатчик со шлюпки тоже там. Если его не вернем, не выберемся с острова. Но тебе нужны бинты, морфии, антисептик. Все в рюкзаке. Черт. Да уж. Помоги мне. Идем. О, нет. Нет, 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 нет. Нет. Ах, только не это, пожалуйста, пожалуйста. Сейчас. Сейчас. Рюкзак где-то там.
эти руины периода Камакура, это тоже была часть Яматая? Похоже, вещь американского морпеха. Интересно, тут была крупная часть или небольшой отряд? Эти отметки означают потерянных друзей или убитых врагов? В любом случае, ему нужно было выпить. Через 2 недели Ее Величество Пимика Яматайская наконец-то удостоила меня аудиенции. Должен отметить, она не похожа ни на одну из виденных мною женщин. Красивая, но непроницаемая. Ее ближайшее окружение – жрицы солнца. При дворе вообще нет мужчин, кроме полководцев. Когда я встретился с ней наедине, то понял, что она совсем иная, чем кажется на первый взгляд. Мой господин послал меня шпионить за ней, определить силу ее войска. Но, похоже, сейчас оценивают меня. Возможно, мой господин недооценил угрозу со стороны Яматая. Мне неизвестна реальная мощь штормовых стражей, но я не могу избавиться от мысли, что с императрицей Солнца нельзя не считаться.
Только рюкзак. И все.
Неплохо. Где такая юная леди могла этому научиться? Мне приходилось постоять за себя. Волк ничто против разбитой бутылки. А, он у тебя? Прекрасно. Итак, я полагаю, наш план доставить его на радиовышку? Да, так мы сможем послать сильный сигнал во всех направлениях. Послушай, Лара, нам нужно послать сигнал бедствия, а я не скоро встану на ноги. Да, я боялась, что ты это скажешь. Ты справишься, Лара. В конце концов, ты же Крофт. Боюсь, я не та Крофт. Именно та. Но пока этого не знаешь. Понадеемся, что я быстро учусь. Прошу, береги себя, Лара. Сначала испытай ледоруб вон на той скале. Спасибо Рота за его тренировки. Все эти бесконечные походы и мучительные восхождения, он как будто готовил меня к чему-то подобному. Теперь совершенно ясно, что здесь живут люди. Их целая организация. Они убивают вновь прибывших на остров, некоторых принимают к себе, но зачем? Похоже, это какая-то секта. Но чему они поклоняются? Чего хотят? Что ищут?